В Закарпатье восстановили движение российских большегрузов. Полицейские сопроводили до границы 7 фур, дорогу которым ранее заблокировали представители радикальных движений. Около 2 суток они разворачивали грузовики с российскими номерами и даже бросались под колеса. Акция националистов заставила дальнобойщиков искать новые пути в Европу. Сейчас десятки машин скопились на пограничном переходе между Белоруссией и Литвой.